Минздравом Тувы продолжается служебная проверка случая допущения смерти женщины в гинекологическом отделении ГБУ СРТ «Республиканский родильный дом», в ходе которого предварительно установлено, что причиной летального случая является сердечная недостаточность на фоне общего наркоза во время процедуры. Как отметила заместитель министра здравоохранения Алла Намдак, никаких противопоказаний к проведению процедуры не было, что подтверждается заключениями узких специалистов. В течение беременности женщина наблюдалась у врача. Роды прошли 5 января без осложнений. Ребенок здоров. Оценка по шкале Абгар составила 7-8 баллов. Женщина попросила врачей о стандартной процедуре, о чем написала заявление 9 января. Ввиду отсутствия противопоказаний, с учетом пожелания женщины, было принято решение о проведении стандартной операции. Однако врачи не успели даже начать процедуру, поскольку при введении анестезии женщине стало плохо. На помощь к женщине сразу же были вызваны специалисты-кардиологи, сосудистый хирург. Однако реанимационные действия не помогли. Произошла остановка сердца. Предварительные итоги проверки, начатой по горячим следам, подтвердили отсутствие противопоказаний к проведению операции и непредвиденную реакцию на введение наркоза. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований.